В прошлом году на нашем демоцентре не было вот этого гибрида Pink Panther. Но мы нашим друзьям, фермерам в вашем регионе дали на пробу несколько тысяч. И у всех, у кого он рос, ранняя спелость Pink Panther была выше, чем у всех других гибридов. Поэтому мы, зная о том, что ранняя спелость — это достаточно весомый аргумент в выборе гибрида, решили попробовать его в нашем демоцентре. Ну, правда, во втором обороте сейчас. Но во втором обороте он также показал себя хорошо по ранней спелости. Раньше, чем Pink Rose. Вот они вместе в теплице растут. Pink Rose, Pink Panther. Pink Panther был раньше. Вот, поэтому мы будем еще раз посмотреть его в первом обороте. Вот. Ну и если вы хотите попробовать, тоже, пожалуйста, можно его будет попробовать. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.